То есть вот этот инструмент — это ирландский бузуки. Изначально бузуки — инструмент греческий. Он такой типа уда, он с широкой, с животом таким кругленьким. Его держать очень неудобно для меня. То есть он у меня сваливается все время и скатывается. Поэтому умные ирландцы, европейцы, сделали просто как у гитары. То есть такая же каплевидная форма, но здесь плоский зад. Играть гораздо удобнее, и инструмент очень интересный. Теперь Денис расскажет про свои инструменты. Здравствуйте. Да. У меня очень дикий инструмент. Называется табло. Прошу не путать, не табло, не таблы, а табло одно. Два инструмента. Это мужское начало, это женское начало. Вместе это табло. И играется на нем только, имея две вот эти части. Нельзя играть на одном или по отдельности. Сделан он из кожи козы. Вот это черная нашлепка, там есть разные секреты, у каждого мастера свои. Это клей, рис и еще другие консистенции. В итоге это все очень долго делается, натягивается. Примерно целый месяц уходит, чтобы делать один такой инструмент. И получается табло. На нем 27 звуков. И вот сейчас мы попробуем сыграть.